Будете диты вымирают, вы стерли с лица земли. Я по-русски сейчас им объясню. Вы стерли с лица земли города. Тысячами паковали в Мариуполе. Тысячами в Харькове, на в Сумах, Чернигове. И что? Это вы не напали на нашу цель, когда говорят, мы не чапали целостность вашей Украины. Вы что, ёбнутые? Да вы действительно ёбнутые? Если вы такие ёбнутые, так идите в свою Россию и лечитесь. Вы лечитесь. Ну, сюда не надо лезть. Тут, знаете, как больной учит врача, блядь. Ну вы что, больные, ребят? Вы одуплите, что у вас происходит. Я по-русски с вами говорю. Не надо этого делать. Пиздуйте свою Россию. Там делайте, что хотите. Хоть на голове стойте. Воруйте, убивайте, блядь. Ну, вы нам нахуй не нужны. Мне написали, что 2015 року, что мне там расстрелять, якщо буду під'їжджати. Заебуться хуй сосать.